Давай, поехали. На пустью поддатого дядьки, призывнику на проводах в армию. Трой, брат, брат, просто так не попадешь. Туда берут блатных только по блату. Надеюсь все-таки, что ты меня поймешь. Там очень трудно стать пацан солдатом. И ведь это не десант и не спецназ. Зато вот не пошлют в Чечню лишь после того, как танки проутюжат все, есть шанс. У вас не вляпаться в львотинуту вовсе. Уж лучше облюешь ты всю губу, коль пьяным за баловы тебе попадешься. Но никого уж не убьешь и сам краду. Домой к мамульке мертвым не вернешься. А если бурду все-таки набьешь, кому-нибудь, а что, тебе не били? Не звоните ты такое, брат, уже пройдешь. Что и волдане мы тогда не проходили. В девятой роте были штрафники, но все героями в концовке стали. Так что дерзайте вы, худые парики. Тоже все такими были сами. А если не пройдешь, то не поймешь, как это вот служить еще по блату. Раз на погоннике, зато тогда не попадешь. А там еще труднее солдатам, а там еще труднее стать солдатам. И мне уже не будешь ты, брат, а братом. Стройбат, брат, стройбат. Еще лучше. Спасибо, Господи.